Готов, безусловно, нести этот груз. Просто я с государством в ногу. Я вообще в свое время, давно-давно еще, в первую еврейскую волну, хотел уехать в США. Но мне даже уже еврейку приготовили, и я должен был жениться. Вот. Но потом как-то я съездил в США, и как-то я понял, что мне туда не надо. И поэтому я все равно с Россией, я русский, я вовсе дворянин по папе. И поэтому потом у меня здесь похоронены папа, мама, бабушка. Я лично не ориентируюсь, тем более на Америку. Это скучная страна вообще. А то, что вытворяет Обама, то, что он давит на Европу, хорошо Европу сообразила вовремя, что не надо так поддаваться этому всему. Ну, какие-то, может быть, там санкции. Но я думаю, что это никак не отразится. И я это говорил еще давно-давно. Будет, конечно, вот эта вот экономическая война. Но на нас это не отразится никак. Единственное, что нам даже, может, будет лучше. Вот. И хорошо, что прозрел там народ. Я первая Австрия, которая стала поддерживать эту трубу южную. И мечется Меркель. Как-то странновато она себя ведет. Ну, а Оланду деваться некуда, поскольку надо строить вертолет. Ну, на нас никак это не отразится. Только единственное, что мы будем крепчать. Все.